Павловском посаде, по-моему, мы были, там неожиданно сказали, опять же, командиры, которые пороха понюхали, о том, что очень трогают письма и помощь, которая приходит от ребят. Ну, это действительно очень помогает. Моральное состояние, как бы, и боевой дух сильно поднимает. Я видел, как люди вдвое, как бы, в 2.5 раза меня старше, пускали скупую слезу, потому что это очень большая поддержка, очень, как бы, сильная связь с домом посредством писем для того, чтобы человек, который находится там, как сказать, не черствел душой, для того, чтобы ты в каждый момент помнил, как бы, ради чего вообще все это.